Всем привет, ребят. Ну что, правила конкурса. Просили конкурс, пожалуйста. Я говорил, что будет много конкурсов разных, разнообразных. У меня уже силушка, как видите, двигается к ляму. Больше покупать нечего. В общем, что у нас за конкурс? Конкурс, как обычно, на Огника участвуют все сервера без исключения. Потому что многие спрашивают, какой сервер, можно ли на iOS участвовать. Да, можно, можно на русском, на китайке, на Android платформе. То есть вариантов очень много, поэтому не зависит все это от того, на каком сервере. Самое главное, чтобы вы были оперативными, потому что многие приходят во время стрима и спрашивают, что за конкурс. Хотя он идет там уже, бывало, и неделю, и месяц шел. Потом заходит человек и спрашивает, что за конкурс, какие условия. Так, как обычно, сейчас просрем. Некроса просрали, боже, как же быть. Условия очень простые будут. У меня закончились книги. Золотые книги у меня закончились, но у меня есть сундуки. И многие писали там, что вот этот конкурс, подстава, не подстава, там репосты. Ну, в общем, как обычно, знаете, если человек не выиграл, получается, что его наебали. Вот, поэтому я буду менять разные условия, разные конкурсы делать чисто на удачу, через рандом, чтобы было интересно, скажем так. На стримах тоже будут разыгрываться. Будем стримить не обязательно даже в битву замков, другие игры, танки и прочее. Буду разыгрывать тоже паки. Ну, основная аудитория у меня сейчас здесь, поэтому я говорил, можно со стима карточки, можно так. Ну, вариаций очень много, поэтому пишите в комментах, что вы хотите. Ну, а под данным видосом у вас должно быть следующее. Так, сейчас я, а то я профукаю свой звездный шанс топовой комбинации. Что надо? По данным видосам, как всегда, вы должны поставить, ну вы знаете что, пальчик вверх. Также сделать репост в социальную сеть и написать коммент. Еще раз, я уже не раз показывал, пересмотрите другие конкурсы, там все понятно, я рассказываю, что делать. У вас должна быть открыта подписка. Блин, что, уже убрали мою комбинацию? Запалили, что она самая топовая выпадение. У вас должны быть открытые подписки и открытые видосы, которые вам понравились, чтобы я видел, что вы поставили лайки, подписаны на мой канал. Это одно. Потом вы должны написать комментарий под видео с тем, что я скажу сейчас. Да, доиграю. Вот, наконец-то. Что-то долго мы выбивали. Такс. Понятно. Вы должны будете написать комментарий, в котором вы должны будете указать правильный ответ и страничку, как с вами связаться и куда вы делали репост данного видоса. Этот видос будет на стриме. Ну, я оберу победителя, если он будет. Если нет, будем следующий пилить и так далее. Если вас не будет на стриме, нету возможности, вы можете пересмотреть в повторе. Не обязательно там быть на стриме. То есть это не обязательно, потому что все с разных часовых поясов, поэтому я всегда говорил, что как бы это не играет роли стрима, это одни розыгрыши, это совсем другое. Вот, поэтому как бы так, зафармили, блин, столько всего. Поэтому в чем суть этого конкурса будет? У меня есть сундуки с книжечками ужас. Сейчас мы по-любому какую-то имбу вытащим. Я буду открывать, и вы должны будете указать количество книг, сколько я с них получу. Я сейчас покажу. Давайте добегаем. То есть у вас даже ответ, я вам сейчас даже, я вам не покажу сейчас правильный ответ. Я напишу под видосиком правильный ответ, что там должно быть, и вы должны будете точно так же заполнить эту форму, все правильно написать и написать свой ответ. А потом где-то за
час, там, или не знаю, во время начала стрима я закрою комменты, или даже не буду закрывать. То есть начало стрима это будет все, это окончательная точка, и там будет видно время, когда вы отправили. То есть если вы даже сделаете изменения, я это увижу, и соответственно вы пролетите. То есть все комменты принимаются до начала стрима. Вы должны будете написать правильный ответ. Если вы спамите, то есть такие умудряются, блин, спамить, вы автоматически снимаете с конкурса. Если у вас не выполнено какое-то условие, автоматически снимаете с конкурса, я выбираю следующего. Поэтому внимательно пересмотрите или смотрите, как что кто делает, потому что пролетают парни, обидно. Рандом выбирает их, а они пролетают. Но в данном случае будет выбирать, я буду выбирать правильное число просто. Кто ответит правильно, тот и получит. Поэтому менять, ну, вы не сможете уже, то есть будет поздно. То есть будет начало стрима и все. На этом ничего себе, Анубиса вытащили. Давайте посмотрим, что мы там за героев получили. А то я так рассказываю. Ну, такое себе. А, такс. Рубингитс. Так. Следующее число даже есть. девять попыток. Стоит ли оно того? Так, показываю вам сундучки. Так, где там мы? Сейчас не так вот. И вот так. То есть это один из конкурсов. Хотите участвовать, и хотите нет, никто, ну, как бы никого не заставляет. А вот есть 280 у меня таких сундуков. Я уже не раз их открывал, можете посмотреть шансы. Это будет рандомчик. Успеете, не успеете, это ваши уже, скажем так, проблемы. Я создал конкурс, вы делаете, хотите, участвуете, хотите, не участвуете. То есть 280, там может больше будет завтра, я не знаю. В общем, вы должны угадать количество. В любом случае будет больше, не меньше. Да, давайте будет 280, если я еще получу, я не буду их открывать. В общем, 280 у нас есть. Вы должны угадать количество книг, сколько я получу золотых. То есть у вас должна быть, еще раз, для особо непонятливых, потому что таких очень много, у вас должен быть коммент создан по примеру. Там должно быть указано количество, правильное количество, сколько получу я книг, ссылка, куда вы делали репост, ссылка, как с вами связаться, они бывают у многих разные, ничего страшного. Также у вас должны быть открыты обязательно подписки и открыты видео, которые вам понравились. Все, ничего сложного, рандомчика тут, как вы говорите, рандомайзер тут участвовать не будет, как обычно, просто через поиск найду человека, который даст правильный ответ. И под данным видосом, который вы сейчас смотрите, вы должны будете это все написать. Все. Больше ничего, скажем так, делать не надо, и все будет окей. Так, у меня камни закончились. Печально все, ребят. Вот, поэтому все зависит только от вас. Чтобы вы не говорили, что это рандом. Угадали, число не угадали. А можете изменять до видео, то есть изменено должно быть там, по-моему, показывается, сейчас я посмотрю. Да, по-моему, комменты пишутся изменено, хотя давайте даже не так, ребят. Вот кто-то смотрит видос, тот молодец, то значит смотрит полностью все видео и будет знать все правила. У вас не должно быть изменено возле вашего этого, то есть вы пишете один коммент и его оставляете, то есть изменения не подлежат. Успели? Успели, не успели, не успели. Если не успели или там нажали и передумали, поставили другое число, удалили коммент и добавили обратно же новый. Изменено, не участвует. То есть это автоматически исключается. Так будет, думаю, лучше. То есть написали, не понравилось, удалили, опять написали там другое. То есть внимательно подумайте, просчитайте, посмотрите видосы. Есть видосы в куче с открытием, как они падают. То есть примерно хотя бы. Так, ну и конечно же рандом, то есть тут по-разному может все упасть, поэтому
Все зависит только от вас. Все. Всем удачи, всем пока. И, как обычно, подписка, лайк и все дела. И ждите следующих видосов. Всем удачи, всем пока.